Мошенники обманывают пенсионеров, звонят и пытаются получить информацию о банковских картах и счетах. Жертвой злоумышленников стал Николай Парфенов. Ему позвонила молодая девушка, представилась сотрудницей пенсионного фонда, рассказала, что ему положены выплаты и что он мог бы их получить. Необходимо лишь предоставить данные банковских карт, номера, пароли. Николай Алексеевич девушке поверил и все продиктовал. Не обокрали пенсионера лишь потому, что на его картах не было средств. Мне повезло чисто, потому что я дал карточку условно чистую. Вот. Но, однако же, они получили код доступа к этой карточке и смогли войти в мой банк онлайн. Когда Николай Алексеевич понял, что его пытались обмануть, сразу же обратился в свой банк. Там карты заблокировали и посоветовали обратиться в полицию. Сотрудники пенсионного фонда призывают людей быть бдительнее. Отделение пенсионного фонда по Ульяновской области спешит предостеречь пенсионеров от раскрытия личной информации и предупреждает. Сотрудники пенсионного фонда не звонят по телефону и не просят сообщать номера карт и банковских счетов. Все выплаты от органов ПФР, в том числе единовременная выплата пенсионерам в размере 5000 рублей в январе следующего года, будут осуществляться на основании данных, уже имеющихся в распоряжении органов пенсионного фонда.